В этом видео мы покажем вам секретное оружие, которое может снизить затраты на печать. Это молочно-белый порошок DTF. Мы протестируем эффект переноса обычного порошка DTF и нового молочно-белого порошка DTF при различных количествах белой струйной краски. При печати методом DTF белые чернила играют роль основы для рисунка, а также роль цветных чернил для окрашивания. После расплавления и сушки в духовке молочно-белый порошок DTF приобретает молочно-белый базовый цвет с высоким белым покрытием и отсутствием проникновения снизу. Таким образом, мы можем добиться того же эффекта переноса, уменьшив количество белых чернил.